Всем привет! Сегодня в нашем видеообзоре громадная новинка от бренда RedWerk, трехтурбинный пылесос по 1000 ватт каждая. Данная модель строительного пылесоса предназначена для сбора древесной пыли, стружки, опилок и легких фракций строительного мусора. Данная модель оборудована 5-метровым сетевым кабелем, шлангом 4 метра, двумя удлинительными трубками, насадками, щетка для пола, круглая щетка, насадка для труднодоступных мест, фильтр HEPA для сухой уборки, губка-спонж для влажной уборки и, конечно же, инструкция по эксплуатации, с которой нужно ознакомиться перед работой. Пылесос оборудован 100-литровым баком, внизу которого мы наблюдаем сливную пробку для воды. С другой стороны, под пылесосом мы можем увидеть цепь заземления, разъем для подключения всасывающего шланга, а еще чуть выше, немаловажное, рычаг самоочистки фильтра. В верхней части пылесоса у нас две рукоятки для удобной транспортировки и работы. Чтобы быстро и легко выкинуть мусор, достаточно снять двигатель и опрокинуть сам бак в горизонтальное положение. И три выключателя каждой турбины. Обращаю ваше внимание, что три турбины включаются поочередно. Запрещено включать две или три турбины одновременно. Для сухой уборки устанавливается фильтр HEPA до упора и зажимается быстро зажимным барашком. Ну а для влажной уборки мы облачаем двигатель в спонж. Ну а у меня на этом все. Мне остается только пожелать приятной работы с пылесосами RedWerk.